Есть такое красивое место на Алтае, называется Белокуриха. Даже не пойму, в чем же тут секрет. Вроде нерки, краски, и в общем ничего колдовского нет. А кажется, что ты в сказке. Не в снегу в мехах, белокуриха, и душа как воск тает. Почему меня так всегда сюда тянет? Как-то здесь легко и такой покой, душу красотой лечит. И даже если все хорошо с тобой, станет здесь еще легче. Я хочу здесь быть, птиц из рук кормить, воздухом дышать эту благодать, и все не передать чувства. Мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою, а небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не
не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная, но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно, но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать, подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в ледное. Ведь небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Не, ребят, песню о Быкарах я уже не вытяну, к сожалению, поэтому я ее...